Радио «Правда» для России. Здравствуйте. В эфире «Радио «Правда» для России». В студии Ольга Лубяная. Новости. Битва за восток Украины. Российские войска атакуют по всем направлениям. В Донецкой и Луганской областях идут тяжелые бои. В связи с этим Соединенные Штаты созвали совещание с лидерами Франции, Германии, Великобритании, Канады, Италии, Польши и Румынии. К разговору привлечены также генсек НАТО, президент Еврокомиссии и глава Европейского Совета. Львов. 7 человек погибли и 11 получили ранения в результате ракетного обстрела российской армии. 4 ракеты попали в складские помещения, которые сейчас не используются военными. Одна в здание станции «Тихо». Сообщают украинские власти, ракеты были управляемыми. Изначально они летели в сторону Ивано-Франковска, но затем изменили направление и удар был нанесен по Львову. Атаку сразу же прокомментировали в Европейском Союзе. В специальном заявлении ЕС осудил, цитирую, «беспорядочные нападения российских вооруженных сил на гражданские объекты». Буча. От рук российских военных был убит каждый пятый житель города из тех, что остались в Буче с момента начала войны. Такие данные обнародовал мэр Анатолий Федорук. В то же время президент России присвоил бригаде, которая в марте оккупировала Бучу, почетное звание гвардейской. Дословно, за образцовые действия, героизм и отвагу. Напомним, в Буче после отступления российских войск были обнаружены тела около 300 мирных жителей. Москва. Родители российских срочников, служивших на затонувшем крейсере «Москва», не могут узнать от Минобороны о судьбе своих детей. Такие сообщения массово публикуют в соцсетях. 13 апреля украинские военные нанесли удар по крейсеру противокорабельными ракетами «Нептун», из-за чего на борту начался пожар. Российское командование факт пожара подтвердило, но до сих пор нет никакой информации о численности экипажа и количестве жертв. Издание «Медуза» со ссылкой на свои источники сообщает, около 40 человек погибли и 100 получили ранения. Всего на борту «Москвы» находилось 500 военнослужащих. Радио «Правда» для России. Здравствуйте. В студии Юлия Смилга. Взгляды всего мира прикованы сегодня к Донбассу и Мариуполю. Пока российская армия атакует в Донбассе, в окруженном Мариуполе героически сражаются бойцы батальона «Азов». В городе остаются около 100 тысяч граждан, но положение критическое. Глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бесли заявил, что они умирают от голода. Но украинские военные в Мариуполе отказались от предложения Минобороны Российской Федерации сложить оружие и сдаться в плен. О ситуации в Мариуполе, о возможностях эвакуации оттуда мирных граждан, о пленных российских солдатах и о прогнозе на дальнейшие военные действия мы поговорим сегодня с особым гостем нашей программы, с советником министра внутренних дел Украины Антоном Геращенко. Расскажите нам, пожалуйста, что сейчас происходит в Донбассе? Ситуация тяжелая. У нас очень много мотивированных украинцев, мужчин и женщин, готовых убивать врага. У нас недостаточно оружия. То оружие, которое дает нам Запад, Соединенные Штаты Америки, его совершенно недостаточно. Эти объемы совершенно смехотворны. Последняя партия оружия – это 200 бронетранспортеров, 18 гаубиц и 300 беспилотников, которые не в состоянии даже разбить бронированную технику. Нам нужны масштабные поставки оружия, такие, которые были во время Второй мировой войны, из США, Великобритании и Советский Союз. Это поставки оружия измерялись по 10-15 миллиардов долларов в месяц в ценах 2022 года, а не те гроши, которые даются сейчас. Что происходит сейчас в Мариуполе? Какие шансы у мариупольцев эвакуироваться и куда? Значит, Путин – это Гитлер 21 века. Он создал новую версию фашизма, нацизма, русского нацизма. Только вместо евреев главный враг теперь русского нацизма – это украинцы. По отношению к украинцам применяется все меры уничтожения, кроме пока еще концлагерей и газовых камер. Используются убийства, используются пытки, используются уморение голодом и бомбардировки. Поэтому, да, совершенно верно сказал Дэвид Бизли, с которым я лично знаком, что в Мариуполе люди умирают с голода. Оккупационные войска не занимаются никак решением гуманитарных проблем. Они лишь бомбят Мариуполь.
частности, вчера была информация, что защитников Азовстали собираются бомбить 3-тонными бомбами. Было заявление командира полка Азов о том, что там на территории находятся женщины и дети. Было продемонстрировано, есть видеозапись, где дети и женщины скрываются в бункерах на территории Азова. Если будут применяться бомбы такой мощности, все дети и женщины, которые были на этих видео, погибнут. Появилась информация, что многих мариупольцев целенаправленно вывозят в Россию. Это как? Это секс-агрессия? Правда ли, что потом их направляют в фильтрационные лагеря? Что потом происходит с этими людьми? Сколько их вообще? Значит, это происходит без согласия украинцев, жителей Мариуполя и ряда других городов Донецкой, Луганской, Харьковских областей. Их выдавливают с территории Украины. Никаких историй про то, что русские подсонные войска ждали бы с цветами, хлебом, солью, нету. И поэтому украинцам из Мариуполя не давали эвакуироваться в свободную от врага территорию Украины. Их выдавливали или в Крым, или на территорию Ростовской области. Дальше те граждане, у которых были заграничные паспорта, выезжали из территории России на территорию Украины. На сегодняшний момент проблема еще тех граждан, у которых нету своих паспортов, которые их просто были вынуждены бросить в домах, или дома, или квартиры сгорели, или были уничтожены. Сейчас наше Министерство цифровой трансформации вместе с Министерством иностранных дел работает над тем, как упростить процедуру выезда с оккупированных территорий для наших сограждан. На сегодняшний день Россия признала 1300 убитых в войне россиян. Но какие данные об убитых и пропавших без вести российских солдат у вас? На сегодняшний момент мы оцениваем потери российских войск более чем 20 тысяч погибших, около 40 тысяч раненых. На сегодня в Украине уже уничтожено порядка 30% военного потенциала сухопутных сил Российской Федерации. Украинские героические войска перемалывают ценой огромных потерь, крови, жертв российскую военную машину. Я думаю, что когда количество уничтоженных русских солдат и потеря потенциала превысит 40%, тогда Путин будет вынужден остановиться. Скажите, пожалуйста, где и в каких условиях содержатся российские военнопленные? Насколько верна информация, что некоторые из них решили продолжить войну на стороне Украины? Содержатся российские военнопленные в удовлетворительном состоянии. Их кормят, их поят, они в тепле. Им, ними не издеваются, их не пытают. Значит, что касается количества российских военнопленных, желающих воевать против России, то у меня нет таких такой цифр под рукой. Я не могу это комментировать. Господин Геращенко, на прошлой неделе гибель крейсера Москвы – это было самое обсуждаемое событие в мировых СМИ. Российская пропаганда генерировала одну версию неправдоподобнее другой. Вот хотелось бы узнать из первоисточников, что именно с крейсером произошло, что известно о судьбе экипажа, о котором, кстати, путинские власти до сих пор молчат. Ну, очевидно, что крейсер «Москва» погиб в результате неосторожного обращения с огнем матроса на этом крейсере. Я уже говорил о том, что матросы курили в неположенном месте, произошло возгорание, крейсер взорвался, а потом утонул. То, что там происходит вранье, согласен. Например, было заявлено, что крейсер утонул в шторм. Вчера показали первые кадры, небольшие видео с того, что никакого шторма не было, и при буксировке в порт горящий крейсер затонул. Количество экипажа, которое на нем погибло, могло быть очень велико. Точно знают это российские власти. Видимо, цифры потерь настолько велики, что они даже боятся их огласить, поскольку российские власти оглашали ни одной цифры. И не сказали, погибло там 10, 20 или 50 человек. Поэтому я считаю, что там погибнут весь экипаж или больше его части. В холодной воде, которая в Черном море в этот период года, продержаться больше 10 минут крайне сложно. Каковы ваши прогнозы на дальнейшие военные действия? Что будет предпринимать российская армия в ее нынешнем состоянии? Путин бросит остатки всех своих сухопутных сил, всей своей бронетехники, авиации на попытку окружения наших войск в Донецкой области. Мы будем сражаться до нашей победы. Украина победит, мы правы, мы боремся с силами мрака, тьмы, мы боремся не только за Украину, мы боремся за весь цивилизованный мир. Мы боремся за свободу и демократию против несвободы и тирании.
В вашем телеграм-канале «Правда Геращенко», где более 500 000 подписчиков, вы говорите о том, что хотите донести правду до россиян, борясь с массивной путинской пропагандой. И вы знаете, тут наши цели совпадают. Радио «Правда для России» вещает на самые отдаленные уголки России, вплоть до Восточной Сибири. И может именно сейчас нас слушают матери, жены российских солдат, которые решили освободить Украину. Что бы вы хотели им сказать? Матери российских солдат, идите к органам власти, в военкоматы, требуйте забрать ваших сыновей с войны. Таким образом, вы имеете шанс, чтобы они остались живы. Иначе они вернутся к вам, в лучшем случае, в черных пакетах. А может быть, вы никогда больше не увидите даже тел своих сыновей. Потому что при взрывах артиллерии, при взрывах танков от ваших детей не останется ничего, даже горстки пепла. Не мы начали выполнять эту войну, ее начал Владимир Путин. Требуйте от него и от всех его представителей на местах возвращать ваших сыновей домой. Иначе вы будете оплакивать их горькую смерть. Господин Геращенко, спасибо за интервью. Мы продолжаем наш радиоэфир. И сейчас у нас разговор с женщиной, которая выбрала для себя необычный путь. Леся Ганжа, журналистка, работавшая в украинских СМИ почти 30 лет. Главный редактор сайта «Доступ к правде», постоянный спикер форума книгоиздателей. А еще Леся – настоящий яхтсмен, прошедший на яхте через Атлантический океан от Южной Африки до Европы. Сейчас она – обычный солдат территориальной обороны Киева. Леся, я хочу поговорить с тобой вот о чем. Мы, дети бывшего СССР, выросли с выученным убеждением о том, что у войны не женское лицо. Ты – женщина. И ты на войне. Расскажи, пожалуйста, какая она, твоя война? Какое у нее лицо? Название этой книги «Война не женское лицо» – это книжка Алексеевича об участии женщин во Второй мировой. Это такое вот отрицание очевидного. О том, что у войны вообще-то, будем говорить так, если уже вдаваться в метафоры, не человеческое лицо. Но, безусловно, там большинство воинов – это мужчины, потому что война – это о праве сильного. Да, мы говорим, все-таки будем говорить о том, что гендерные различия не предполагают то, что мужской пол более сильный. Да, ну там мы уже будем там где-то взрываться дальше там, в историю и в гендерную теорию. Но современная война, по большому -то счету, она не достаточно в малой степени требует от тебя физической силы. Физической спортивной подготовки – да, это безусловно. Но для того, чтобы быть солдатом в условиях современной войны, ты не обязательно должен быть силачом-бамбулой. Даже если говорить о самой рядовой роли солдата, солдаты территориальной обороны, которые несут охрану объектов критической инфраструктуры и рубежей, да, военных, даже там в боевых условиях или тыловых условиях, то даже в самой крайней штуке, это, будем говорить, сидеть с оружием под обстрелом, да, это может человек как мужчина, так и женщина. Тут мы больше вступаем на территорию гражданских прав и обязанностей. Это то, что защищать Родину в современных условиях, да, это не является только прерогативой мужчин. Когда мне говорят, а что ты здесь делаешь, да, кто-нибудь там из моих там побратимов, да, то я им отвечаю, а ты что? По большому-то счету, в чьих руках окажется автомат Калашникова, не имеет значения. Не ты там, мой товарищ там по окопу, да, который еще вчера там был, например, это генеральный директор большой почтовой компании. Значит, второй там, например, это пищевик-технолог. Кто у нас еще есть? У нас есть банковский инспектор. Несколько журналистов, гражданские активисты. Ну и дальше, наверное, я уже не вспомню, потому что медиков тоже достаточно много, и тоже понятно почему. Все эти люди, они тоже не попадают в белый... говорить о нашей меткости. Но теория современной войны, она не предусматривает того, что ты имеешь таким метким стрелком. Она говорит о том, что ты несешь свою вахту, несешь свое боевое дежурство, и в случае необходимости ты стреляешь, причем даже не в цель, ты стреляешь в направлении цели.
Потому что, ну, скажем, пулевая стрельба на сегодняшний момент, это такой вот этап поражающих средств, это уже такой вот самый-самый-самый последний где-то там на задворках, да, там, после этого только дубинка. К чему я это веду? Это я говорю о том, что гендеры мужчин и женщин в данных условиях, они совершенно уравнены. И говорить там о лице, не мужское, не женское, оно бесчеловечное, будем говорить, это лицо. Я скорее имела в виду этот момент, что женщины в силу своих неких психологических особенностей, пластичных,